черту. Если молодежь, первая попытка. Да, легко. Итак, Жиренкова Вероника, вторая попытка, высота 110. Да, это была случайность. Иду узнавать. 112. На 2 сантиметра это минимальный шаг, на который можно поднимать. Итак, высота 112. Также 3 попытки. Жиренкова Вероника. Первая попытка на высоте 112 сантиметров. И Вероника принимает решение, что она пропустит эту высоту. Бродская Анна. И она выехала за финишную линию, взяла высоту, высота в зачет. И Зимова Алена пропускает высоту. Значит, следующая высота. Аня? 115, говорит Аня. Вероника, 115, согласна? Алена, согласна. 115, на 3 сантиметра поднимают планку. Снова 3 попытки. А для зрителей девушки могут пропускать высоту. Это некая стратегия, которая поможет занять топовое призовое место. Жиренкова Вероника, первая попытка. К сожалению, задевает колено и планка падает. Но есть еще 2 попытки. Бродская Анна, высота 115. Планка установлена. Ай-яй-яй. Шортами буквально задевает она планку. Аня, какая твоя высота? Рекордная. 115 – это ее рекорд. И Зимова Алена. Легко прыгает Алена. И мы переходим ко вторым попыткам. Вероника. Самарская область. Снова коленом задевает Вероника. Вероника, какая у тебя высота? Рекордная? Я тут. 122. 122 у Вероники. Рекордная высота. А мы переходим к Бродской Анне. Вторая попытка. И тишина. Давайте остановим музыку. Анна настраивается. Но у Ани есть еще 3 попытка, она соберется. Давай. Мы уверены в этом. Итак, Жиренкова Вероника, вторая попытка. Тебе нужна тишина? Тишина. К сожалению, высота 115 Вероники не поддалась. Но мы еще не знаем, кто из них победил. У Анны еще есть 1 попытка, а Алена высоту взяла.
И а-я! Планка упала. К сожалению, не засчитывается результат. Это было бы низко, молодец. Но мы не знаем, кто из них победил, потому что сейчас узнаем. Итак, все места окончательно распределились. Остатки на Сергея занимает 5-е место, 4-е Калиулина Ангелина, 3-е Жеребникова Вероника, 2-е Полоцкая Анна и 1-е Ефимова Анна, которая сейчас продолжит прыгать. Итак, есть традиция, есть возможность прыгнуть рекорд. Ефимова Алена показывает 5 сантиметров, то есть 120. Ефимова Алена чемпионка Европы по прыжкам в высоту. Ее рекорд 131. Надеемся, сегодня мы увидим выше. Итак, планка готова. Аплодисменты для Алены. А теперь я знаю, что любит Алена. Полная тишина. Да! Супер! 120 высота. Зачет. Алена показала 125. И у Алены 3 попытки на каждую высоту. Давайте со мной аплодисменты для Алены, пока она настраивается. Шагом 2 сантиметра. Давайте снова пока ставим аплодисменты за мной. Ай-яй-яй, высоту с первой попытки не получилось, но есть еще 2 попытки. Европы.
Ай-яй-яй. Первая попытка в незачет. Но у Алены снова их три. Осталось две. Давайте аплодисменты для Алены.